принятие присяги приступить. Есть. В полку спасателей прибыло. Молодые сотрудники МЧС приняли присягу на верность жителям Ульяновской области. В торжественном зале музея пожарной охраны собрались 20 новобранцев. Они уже прошли срочную службу в армии, далее приступили к учебной подготовке. Опытные спасатели и огнеборцы на протяжении 2 месяцев готовили к службе будущих сослуживцев. К нам они приходят всерьез и надолго. Это взвешенное их решение. И, как правило, эти люди у нас остаются до конца и выслуживают свой срок. И потом, после этого, еще и помогают учить молодежь. Как? Молодежь хочу пожелать, чтобы действительно та профессия, к которой им прибыли, они нашли себя в этой профессии и никогда из нее ее не теряли. Артем Князев с детства мечтал спасать людей. После учебы на автомеханика и службы в вооруженных силах России он, не раздумывая, отправился устраиваться в МЧС. Артем признается, с коллективом ему повезло. Все друг другу помогают, как бы там ни было, даже если какие-то ссоры, недопонимания, все равно все понимают то, что мы одно целое, мы сплоченный коллектив, мы должны быть такими. Этой весной у сотрудников МЧС ожидается еще одно торжественное событие. 30 апреля пожарная охрана России отмечает свой 375-летний юбилей. Виктория Чиркова, Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.